Пятая башня. И мы продолжаем играть в FR 3. Блять, ну хуй с ним, я случайно. Так. Блять, я музыку забыл включить, хуй с ней. Фоновый звук. Что это такое? Не знаю. Звук речи. Громкость речи, речь. Громкость речи? Да. Что за хуйня? Может, фоновый звук это типа наш звук? Разве? При чем тут? Наверное, звук скалы. Так. Опять оружия нет. Где субтитры? Звук. Все нормально. Чин сбежать. А где Чин? Ты кто такой? Ты не свой? Ты не свой. Блять. А звук? Может, графикой? Хай графика, я звук хочу убавить. Графика. Не, ну что, врубить сюда. Нахуй они сдались, блять. Значит, если нет, значит не надо. Ебать, кто сразу-то звонит-то? Новая оружка. А, нет. Да ладно! Ваня, это труп, скажи. О, сразу же закрыли, блядь. Какие умницы. Так. Что-то падает. Что-то ломается. Трясется. Трясется, дымится. Труба упала. Сука, сука, на меня дует еще. Нагло. Она агрится. Да ладно! Тесно, что ли, а? Зачем так орать-то? Точно. Че это написано? Что написано? Хрен поймешь. Да, хер поймешь. О, там что-то про охотника. Ты откуда знаешь? Дирхан. О, парень. Парень, иди сюда, я хочу познакомиться с тобой. А как бегать? Давай поговорим по душам. Сейчас как там бегать? Там вроде бегать на РБ или ЛБ. А, бегать тут нельзя вообще. В этом месте. Парень. Ты где? Ты где? Расскажи место. Я не знаю, что тут все странное такое. Пожалуйста, расскажи. Я тут колхозник, кто-то с деревни пришел. Ну что, не свои? Городские жители, которые отнимают у тебя. Блять, вы пидорас, отняли мою деревню, я заберу с себя город ваш. Ох, иди. Голова с у тебя. Да я хуй с ней. Блять, у нее еще вырастет. Так, ну значит двух горожан ёбнули, злых горожанин. А как можно что делать? Точно. Я помню. Ой. Взорвался. Он походу грен кинул, кидать начал, а я по ней стрельнул. Видимо. Ну, потому что по-другому никак. Так. Где вы, трупы? Мне нужны ваши патроны. Один разорвался. Блять, я листочков боюсь. Надо было телек подключить. Лоханос. Короче, в следующей серии будет более получше. Без неуяец. Вау.
Блять, при попривычке, как Watch Dogs. Взорвался снова один. Бля, где мясо? Мясо в молекулы, кровь осталась. Наглый! Туда лишний баллон, ты по ним стрельнул, они взорвались. Дробашка брать, не брать, в пизду. Решай сам. В пизду пошел. Сейчас, в принципе, дальний бой не обязательно, тем более косой. Да и не очень-то и мощный. На. А путь-то если? О. Там тупо. Зачем-то Half-Life? Да, кстати. Да, ну чё? По графону чуть-чуть есть такое. Ну и знаешь, такое место не всегда. Встретить с чину башни. Так, ну что, колхозник идет, и за ним земля проваливается. Видишь, какое злое! Что земля проваливается под ногами? Земля разваливается. Чем же? А, да. Помнишь, как ты говорил, когда в деревне отбивался от этих гондурасов? Он зареспаунился, я даже видел, как зареспаунился. Еще. О, зомбяк. Зомбяки, идите сюда. Мы вас ждем, друзья. Да нет, а я и не жду. Они паразиты. Они жрут мои овощи. Пидорас, их тоже надо наказывать. Цветы твои жрут. Цветы это не мои, их тот посадил. Деревья твои. Все равно. Ну все равно. Достались тебе по наследству. Ну давай. Просто батя воображение. Башки не осталось. Оба-на. Пошлите нахуй! Пизду, один без руки был уже. Другой взлетел на воздух. Так, может бежать, а не бесконечно может? Блять. А мне кажется, что бесконечно. Охуеть, рванул рядом с ним, и ему похуй. Они бесконечны. О, дабл. А вот и закончились, по-моему. Нет. О, уже с топорами побежали. Он сказал Let's Play? Да, я Let's Play снимаю, как ты догадался? Он, наверное, твой самый первый подписчик. Ну, вряд ли. Ну, вообще, вполне возможно. Это какой год? Будущий, по идее же? Да. Парень в прошлое побывал. Машину времени уже создали. Где сама Альма-то? Хрен его знает. Что-то она не показывается. Может где-то затырилась. Вполне возможно.
что, еще жив парень? Ты ему хэдшот залепил, а он не вдох, вот пидор. Ебануться. Не встать. Так, что тут у нас? Пусто. Ай дальше. Что откроется, хоть мне интересно. Таких не было, по-моему, еще. Вылази. Патрики. Спасибо за патры. Да ебаная. Подай телефон. Наша мама звонит. Алло. Есть. На. Алло. Мы все еще в парке, у нас телефон сел. Да, придем. Придем, да. Да, да, да. Че, телефон разряжен? Да, у нас телефон реально сел. Вы в парке сейчас, а не у Андрея в гостях? Нахуй ты звук ты прибавляешь? Сейчас, наверное, возможно, сейчас вернемся. Нет, гуляем. Хорошо, ждем. С кем погуляем? С ребенком. Что, уже детей нарожали? Вань, какой ты уже успевающий мальчик. Преуспевающий, 16 лет, а уже... Папаша, даже я. Папаша. Блин, с братком надо. О, снопа. О, блядь, косанул. Блядь, опять косанул. Опять косанул, блядь. Что за косая винтовка? Это я косанул. Повышение. Да. Импульсная снопаха будто. Опа, парень. Ебался, ну в рот. Ноги отрывает. Да, конечно, просто волнами такими двигаются. О, парень, ты чё жив? Давай познакомим тебя с пулей. Хорошо, мы вас будем ждать. Сейчас за вами дверь закроем. Блять, патрик кончен. Сына Ваня такой, о, блядь. Какого хрена. Круто, аттестат получили. Вообще. Да, знаете, мы аттестат получили. Блять, это вообще не я очень удивился. Просто для меня было. Вот я прохожу мимо этого, потом ударяюсь головой об эту железяку. А куда идти-то надо? Не знаю. Опа, кто-то. Туда, куда не бегут, наверное, куда. А тут, по-моему, я пришел. Они вон там туда, сверху. Мы их называли, по-моему, подписчиками, да? Да, подписчиками. Видишь, некуда. Mm-hmm. Че тут надо такое умное сделать? А он слева еще ворота. Это? Я как раз, по-моему, отсюда и пришел.
Дверь заперта, нельзя. Красненькая. Что тут надо оригинально? А, вот, открыла уже. Бывает, Андрей, проглядишь порой. Не то слово. Даже знаешь, в каких обыкновенных шутерах можно все проглядеть. Так. Что это? Что сейчас будет? О, не, не будет. О, Альма обиделась. Взбесилась. Блять, я здесь еще не шел. Блять, сухо. Альма была. Сука, я проглядел. Как я, по-моему, взгляну ей в глаза? Как звонок? Как звонки, да. Это другая хуйня оказалась. Немного жуть сдернулся. Сука, мурашки по ногам проходят. Походу я буду сейчас с ним стреляться. Сука. Что это за хуйня все-таки? Я не понял. Это тварь. Наверное, ее творение. Ну. Сейчас еще раз вылезет. Так всегда. Может, это то самое место, где сейчас будет только пугать, пугать и пугать. Пока не пройдешь. Мне все-таки нравится. Куда земля-то проваливается? Красная, не горит же. Если взорвалась, вверх взлетел бы. Все же сраное. А, бежим, бежим, бежим. Блять. Как тут все серьезно? Может, твоя мать тебя просто ведет? Может, вполне. Что-то там сделал за то, что на ней делали всякие эксперименты. Ты там вот не вот... слышно будет. Да пофиг. Ты видел экран был? Да. Что-то сейчас будет. Блять, он появился. Сука! Сука, сдохни! Ты что, Андрей, это ж не страшно. Я когда играешь, не знаю. Блять, сука, сука, как его убить? Блять, я сейчас сдохну! Не, не убивай! Все, походу, отъебался от меня. Навряд ли. Видишь, экран больше не горит? Пока что нет. Отъебался. И звук пропал. Сейчас будет опять. Нет. Приготовься, Андрей, сейчас тебя что-то напугает. Я забанговал. Я его видел, он был прозрачный. Это еще не все. Вот он. Ты видел его? Нет. Вот такая темная хрень идет. Да блять, как тебя убить? Тут нельзя помереть от него. Мне кажется, нельзя. Страшнее, чем некроморф будет. Наверное. И посильнее. Где субтитры-то? Можешь в игру именно войти? Не настройки. Игра именно. Блять. Ну что, не знакомо.
О. Прикольно, посмотрел ее в глаза. Я отсюда. Значит, нам сюда. Нет. Во, дорога. Выход. Опять этот пидор. Блять, это плохо. Да пошел ты в жопу. Блять, он чё такой живучий-то? У меня чуть-чуть хп. Блять. Убил? Чё-то внимание я только успел прочитать. Так. Что это за хуйня? Джиггернаут, гром, блядь. А я его убивал. Да? Какой другой. Блядь! Нет! Да ёбаный в рот, ты хули вы звоните мне? Специально, блядь, поход звонь. Это что такое? Они камушные. Против этого хует пулета. А, как у этих, этого пидора была пушка. Блять, да когда он помрет? Что-то я навожу. Блять. Что-то я не понял, что надо делать. Видишь? Блять! Где он? Ай-яй-яй, пиздец, как тут надымилось. Блять, я не вижу. Может, спрятаться куда-то может? Некуда. Он спепеляет. А толку мы это узнали, что? Это хуйня похуй. Что-то он забагался. Сейчас загорится. Горит. Блять. А, можно было уже нихуя еще тогда, когда он застыл. Хуй с ним, тут еще оружка есть. Дрен забагался.
Вот открылось. Так. Или отсюда? Просто такая же хуйня была тут. Не, здесь не был. Тяжелый дых. А, это еще мы Чин спасаем. Не огорчайся! Знаешь, такой музыка стоит. Не надо стесняться. И дальше. Ну и в школе сейчас набежали, она рассердилась только. Знаешь, часто бывают ботаники, какие-то такие добрые люди всегда становятся злыми. Блять, вы заебали, лучше эту хуйню возьму. Где твоя пуха? Быстрее убивает. Ты один остался, что ли? Умный. Не таких исправляли еще. Бля, щитоносцы. Напомнил, знаешь, что Mass Effect. Да, там тоже были такие. Я помню, ты на планшете еще играл Mass Effect. Там совсем другое. Там не то, да. Не. Как щитоносцу-то ебать? Ходить, наверное. Как блин? Гранаты. А кто помнит, как гранаты кидать? А вот. Похуй. Ебанут. Подкачка. Гений. Убил? Угу. Как же эти смешно летают. Опа, щит CUMP. Заебись, возьму. Круто. Так. Сюда нельзя. Вот. Поход нам сюда. И... Мне кажется, не зря щит, да, еще что-то будет. А
Они уничтожаются? А, да. Я думал, они не уничтожаются. Я тоже так подумал. Длинный туннель, это что-то означает? Не то слово. Куча вариаций. Сейчас обвал будет. Все, я ёбнулся. Центр. Это Виктор 68 или 68. Меняется, все понял. А у нас точка времени на захвате. Удерживайте позицию, если надо ее. Вам грозят. Что-то грозит. Грозят. Не. Давай к щиту. Нельзя, походу, его поменять. Только если ходить, то ходить. Что это, душ? Смешной. Эй, смешной щитик. Да, смешной щитик мне давно не звонил. Поход на дачу. Ой. Это что? Что это было? Блять, где звук? Он контуженный. Нихуя себе. Бежим, бежим! Фу. Я как будто без звука играешь, контуженный. Так. Куда она? Что-то тут не то. Ты понял, что делать я? Я не допрыгну. Да, не допрыгну. Ну вот правильно ты идёшь. Так просто? Это что с ним? Ты видишь, что с его головой было? Угу. Блять, кто там? Была голова. Снайпер есть, это хорошо. Так, блядь, давай услух устанавливайся, это, блядь, так неприятно играть. Летел. Полетать полетел. Я все эти знаю. О, слух вернулся. Лифт не закрывается. Странно. И чё тут не то? Так не кажется? А, во.
Что дребезжит-то постоянно? Иди. Бля! Пизду тебя! Кто ты там? Что это было? Твоя мать, наверное. Твою мать. Твоя мать. Аль, короче. Ай, горю, горю, горю. Это какой-то монстр его спалил. Нет, там что-то... Просто пожар. Так, что тут у нас? О, вертик. Чё это было? Пожалуй, уже с UVP надо побегать. То патроны кончились на снопе. Что у нас тут происходит-то? Ой, я уже в этой башне. Что это у нас? Юмпашка. И... Куда идти-то? Серег. А, во. Я не понял, куда идти-то. Дробаш дали не просто так. Ай, блять, обратно нельзя. Похуй, пушку берем. Блять, опять эти. Я в руку попадаю ему, да? Да. Горелец. Душ? Тут у нас нет ничего. Кто-то помирает. Так. Блять, дайте посмотреть, что происходит тут. Вот сюда надо. Что-то пикает, а никого нет. Солдат, что ты делаешь? Блять! В циву, потом в циву. Блять! Я заперт! Сука.
Ебануться, хуль ты влезешь на меня? Бля, так нечестно. Что за киберробот-то? Ты не мешать. Как его убить-то? Блять, я пошел в жопу. На, сволочь, съел. Потрачен. Алло? Ну что, выдаляйте статус нормально, мамочка. Говорю, выдаляйте статус нормально. Ну я забыл, мамочка. Да, готово. Да, нас поздравляли. Прикольный вагончик. Да, лучше пока. Да не потеряй, мамочка. Да, лучше пока. О, еще дробаш. Нет, не дробаш. А имба. Автомат! Что за хер? Блять. Да ёбаный в рот, Саня, ты заебал. Походу, Саня звонит. Куда идти-то? Блять, я ж тебя ебанул! Блять. Епископ мне в рот. У меня патрон кончается, как его буду убивать-то? Ебануться можно. Как его буду убивать-то? Нах, лови все. Мне похуй какие, лови все. Ты ему похуй. Блять. Стробаша его быстро-то вынес. А надо в голову. Чисто в голову, походу. Или в эту хуйню. Я не понимаю. И теперь не краснеет. Блять, какой он странный. Что такое? Новая пушка? И правда. Что это у нас? Что, глава закончена? Это мы там сейчас бы находились, да?
странная концовка, если честно. Давай уходим, уходим. Не отключусь, давай. Ползи, ползи. А за кого играю? За кого, чела? А как звать? Брат помог. Беккет. Беккет. Альма не должна родить. Чё? Альма беременна? Я чё... Так, на этом прохождении этой главы мы закончим.